Всем привет! Сегодня рассмотрим очень важную запчасть на любой сварке, на любом сварочном аппарате, на любом полуавтомате, не будь он плазморез, полуавтомат, аргонная сварка. Это кнопка пуска. Чем же наши кнопочки отличаются от всех других? Наши кнопочки на 6 контактов, 25-амперные, с запасом. Обычно с экономией эти кнопки стоят в аппаратах 16-амперные. Наша кнопка также с подсветкой. При включении светится, при выключении тухнет. Вот кнопка на 25 ампер для сварочных аппаратов с индикатором пуска и отключения с подсветкой. Обязательно на 25 ампер 6 контактов. Обязательно под видео ссылочка, где можно приобрести данную кнопочку и прочитать более подробную информацию о ней, размеры, габариты. Стоит она неважно, в полуавтомате, в плазморезе, в аргоне, они везде стоят. Единственное, конечно, с китайской экономией, обычно они сейчас стали ставить 16 ампер. Это 25 амперная, потому что мы ее используем в своем сервисе. Ну и как всегда, было полезно. Ставим лайки, подписываемся, дальше будет много интересного. Всем удачных покупок и ремонтов, папа!